Вот такие полезные и крутые инструменты вы увидите в этом видео, и по традиции в конце видео будет конкурс. Поехали! Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Сегодня я сделал для вас подборку необходимых и полезных инструментов для каждого мужчины с сайта AliExpress. Я уверен, что вам какой-то инструмент точно пригодится. Нажимайте, пожалуйста, на этот колокольчик, чтобы не пропускать мои ролики и конкурсы. И помните про кэшбэк, если, конечно, хотите экономить деньги с покупок в интернет-магазинах. Ссылки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком, будут в описании под роликом. И, как всегда, в конце этого ролика будет конкурс. Так что смотрите до конца. Приятного просмотра! Первый товар у нас сегодня – крутой набор инструментов. Содержит все необходимые инструменты для выполнения любых слесарных работ. Включающий в себя 123 различных инструмента, станет отличным помощником хозяину в быту или неплохим подарком мужчине. Отремонтировать розетку, собрать удлинитель, поменять прокладку в кране. Все это и ряд других мелких бытовых работ вы сможете произвести благодаря этому набору. В наборе есть торцевые головки и гаечные ключи различных размеров, пассатижи, переставные клещи. Общее число разных бит в комплекте 40 штук. Инструменты изготовлены из высококачественной хромованадевой стали и закалены, благодаря чему имеют большой срок эксплуатации. Набор поставляется в кейсе, который удобно взять с собой или хранить в кладовке. Съемник для внутренних стопорных колец. Имеет изогнутые и прямые наконечники. Предназначен для снятия внутренних стопорных колец и выполнен таким образом, чтобы предотвратить срыв этих колец. Удобные рукоятки для надежного удержания инструмента без выскальзываний. Применяется для снятия колец от 10 до 50 мм. Стопорные кольца – это крепежные изделия, которые бывают внутренними и внешними. В комплекте с приспособлением имеются насадки, которые предназначены для проведения работ под требуемым углом 45, 90 и 180 градусов. Сумка для инструментов станет незаменимым спутником любого мастера. Она изготовлена из водоотталкивающего полиэстера, а также имеет усиленное дно, что обеспечивает длительный срок эксплуатации. Ее 6 внешних карманов идеально подойдут для компактного распределения необходимых инструментов, предназначенных для различных ремонтно-монтажных работ. Рекомендованная максимальная нагрузка составляет 8 кг. Ключевые преимущества сумки. В лицевой части вставлен металлический каркас, позволяющий сумке держать форму в раскрытом состоянии. Швы надежно прошиты прочными капроновыми нитями. Эргономичные рукоятки, обеспечивающие комфортную переноску даже в груженном состоянии. Ступенчатое сверло изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали и предназначено для получения отверстий в листовых, металлических и пластиковых материалах. Ступенчатые сверла идеально подходят для сверления отверстий в следующих материалах: листы из черных и цветных металлов, профили и труб, медь, латун, алюминий, из нержавеющей стали, пластмассы. Покрытие нитридом титана значительно увеличивает сопротивление перегреву во время сверления и срок службы сверла. Рекомендуется работать с использованием смазочно-охлаждающих материалов. Диаметр сверления от 3 до 13 мм. Отвертка 24 в одном. Это прецизионная отвертка с безредукторным трещоточным механизмом и с 24 сменными битами. В набор входит отвертка-держатель с безредукторным трещоточным механизмом и нескользящей пластиковой ручкой, а также 24 сменных прецизионных бит и 3 кассеты для бит. Биты изготовлены из прочной, высококачественной хромованадиевой стали и хранятся в кассете внутри отвертки держателя. Благодаря магнитному держателю смена бит происходит быстро и легко. Такая отвертка – полезнейшая штука для дома. Магнитный молоток применяется для выполнения столярных и слесарных работ. Головка изготовлена из высококачественной стали. Дополнительно молоток оснащен специальным магнитным пазом для фиксации гвоздя, при помощи которого осуществляется наживление гвоздя перед забиванием, исключив при этом риск травмирования руки. Ручка молотка с магнитом хорошо лежит в руке из-за эргономичной накладки на ручке для комфорта в работе. Перьевые направляющие прижимы для настольной циркулярки используются для прижима и предотвращения откоса материала от фрезы или диска во время пиления. Общая длина 210 мм, ширина 165 мм, толщина 16 мм. Для тех, кто имеет дело с деревом, очень полезный инструмент. Формы для заливки декоративного камня или плитки.
Текстура форм из полиулетана имитирует натуральный камень, мраморную груду, доломит, известняк, сланец, внешний вид кирпича, а также декоративные панно с различными фигурными изображениями. Используя гибкие полиулетановые формы для бетона, вы упростите и удешевите процесс производства, так как нет необходимости использовать специальные смазки и дополнительное оборудование, а сами литьевые формы из полиулетана предназначены для многоразового использования. Кондуктор для создания крепких соединений на круглых шкантах. Большое преимущество этого редуктора – это возможность работать с заготовками большого размера. Толщина зажимаемой заготовки – от 16 до 105 мм. Ширина заготовки – больше диаметра сверла. Расстояние между отверстиями – от 18 мм. Сменные направляющие для сверла в комплекте, направляющие под сверло диаметром 10 мм. Комплект поставляется в чемодане и кучей дополнительных аксессуаров. Стеклорез-циркуль на присоске. Это профессиональный инструмент, с помощью которого вы сможете вырезать окружности абсолютно любого диаметра из стекла или зеркал. Прибор имеет мощную присоску, и это позволяет работать со стеклом на любой поверхности. Этот прибор необходим строителям и другим любителям стеклорезом. Твердосплавный режущий ролик, следующий за движением вашей руки, изготовлен из высококачественного материала и существенно улучшает качество разлома даже при резке окружностей с небольшим радиусом. Стеклорез круговой диаметром до 40 см. Если же диаметра 40 см мало, то просто можно сделать два отверстия. Зато прибор легок, его вес всего 150 грамм, что позволяет носить его с собой. Пневматическая трещотка. Снабжена большой широкой клавишей пуск, которую удобно нажимать при любом хвате корпуса. Рабочая головка расположена под углом к основному корпусу для удаленной работы в труднодоступных местах. Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает внутренним узлам инструмента отличную защиту от механических повреждений. Такие трещотки используются при сборке и монтаже агрегатов, конструкций из металла, дерева, пластика. Имеют функцию реверса, которая меняет режим вращения. Магнитные зажимы для массы. Используются со сварочными аппаратами, помогая сварщику работать быстро и удобно. Обеспечивает легкий и мгновенный захват при повороте включателя. Может устанавливаться на стальной поверхности любой формы, закрепляя минусовой контакт сварочного аппарата и при этом не повреждая поверхности свариваемых деталей. Держит надежно, не соскальзывая, как при работе со стандартным захватом минусовой клеммы. Под видео ссылки на три модели клемм: маленькие, средние и большие клеммы. Измеритель сварных соединений. Предназначен для измерения вогнутости углового шва, выпуклости шва, катета углового шва, глубины подреза, несоосности смещения, глубины точечной коррозии. Изготовлен из нержавеющей стали и предназначен для измерения в миллиметрах или в дюймах, а также для использования как линейка до 60 мм и измерения угла разделки кромок от 0 до 60. Измеритель состоит из базовой пластины с тремя шкалами, ползунка с одной шкалой и подвижного указателя с риской. Подвижной указатель используется для измерения высоты валика сварного шва, глубины подреза, измерения катета углового шва, выпуклости шва, несоосности поверхностей. Значение, указанное риской на шкале 0,25 мм, является значением измеряемого параметра. Приставка-насадка на дремель для заточки газонокосилки и не только. Отличается многофункциональностью, так как может затачивать различные садовые инструменты и не только. Модель оснащена направляющей, которая гарантирует идеальный угол заточки. Присоединение насадки к инструменту не занимает много времени. Комплектующий элемент выполняет быструю и качественную заточку ножей газонокосилки. К особенности приставки следует отнести наличие шлифовального камня и оксида алюминия. Недорогой, но мощный шуруповерт Дека. Весит прилично 1,6 кг с аккумулятором, но и умеет немало. Например, без проблем работает не только по дереву, но также и по металлу и бетону. Закрутить шурупы вообще легко. Крутящий момент составляет 38 ньютон-метра. Плюс есть два скоростных режима 450 и 1600 оборотов в минуту. Также на выбор 15 настроек для крутящего момента. Шуруповерт справится со сталью толщиной до 13 мм. Еще одна интересная фишка – комплектный съемный аккумулятор на 1500 мАч, от которого можно заряжать портативные устройства. Набор спиральных экстракторов с держателем. Предназначен для быстрого и качественного демонтажа поврежденных деталей. Комплект поставляется в эргономичном пластиковом кейсе, в котором предусмотрены индивидуальные ложементы под каждое из приспособлений. Экстракторы изготовлены из легированной стали, характеризующейся высокой прочностью и устойчивостью к воздействиям внешней среды. В комплекте предусмотрен метчикодержатель.
Очень точная циркулярная пила Hilda с крепежным верстаком. Легкая, практичная и удобная. Она поможет вам распилить любой материал. От доски, ковра и пластика до кафеля, мрамора и металла. С помощью крепежного верстака есть возможность установить углы реза и благодаря этому значению уменьшить время на разметку материалов. Имеется возможность установки глубины пила. В комплекте с циркуляркой идет практичная и удобная сумка для ее переноски. А вот и обещанный конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, какие самоделки вы смастерили, ну или какие хотите смастерить. Обязательно подписывайтесь на канал Al Pacino Life, чтобы не пропустить итоги конкурсов. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!